Это новости в форме. С вами Анна Чижелитош. Добрый день. Белорусские военнослужащие завоевали золото конкурса «Полярная звезда» в рамках армейских международных игр. На полигоне Брестки состоялись финальные упражнения в состязании на лед, внезапная встреча и марш-бросок. Вторую ступень пьедестала разделили разведчики из Узбекистана и России. Обладателями бронзы стала сборная Китая. Еще одно золото у белорусских военных связистов. Команда одержала победу в состязании «Уверенный прием» в рамках армейской олимпиады. За 6 дней испытаний военнослужащие преодолели различные препятствия, выполнили стрелковые упражнения и наладили связь. Второе место разделили команды России и Китая. На третью ступень пьедестала поднялись связисты из Узбекистана и Вьетнама. Военная кафедра открылась в Белорусском государственном технологическом и Брестском государственном техническом университете. Процесс обучения студентов будет проходить в новых специализированных аудиториях и на базе действующих воинских частей. После получения диплома о высшем образовании выпускникам будет присвоено звание лейтенант запаса. Всего в Беларуси функционирует 7 военных кафедр. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале Воин ТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи! We'll be right back.